Дети на броне. Непривычно, но очень интересно. Не каждый день дадут посидеть на БТРе и прицелиться из настоящего оружия, о котором тут же прочитают целую лекцию. Рядом со спецтехникой тренировка по рукопашному бою и самбо. Приемы оттачивают сотрудники подразделения, которым все эти захваты и броски не раз спасали жизнь. Но таких восторженных зрителей у бойцов наверняка еще не было. Мне понравилось здесь БТР и военная техника вся, показательное выступление ОМОНа. Сотрудники Росгвардии всегда рады сочинским школьникам. Нередко здесь экскурсии во время учебного года. Но вот так, летним вечером, здесь гостей встречают впервые. Этим летом в рамках летней городской кампании «Площадка нашего двора» юные сочинцы уже побывали на многих городских предприятиях. Понравилось обеим сторонам. Мы начали где-то с конца июня эту практику, и уже июль, особенно август, он вообще такой получился соревновательный, потому что действительно все крупные предприятия, учреждения, государственные учреждения, муниципальные, все активно отзывались, потому что все видят, что это действительно очень хорошая такая созидательная совместная работа. Площадка нашего двора – это 145 игровых зон во всех районах Сочи. За каждой закреплены шефы, как правило, сочинские единороссы, городские спортшколы или молодежные объединения. Основная задача – не только развлечь детей, но и научить чему-то новому. Всем ли это удалось, станет известно завтра. Во вторник в Сочи подведут итоги традиционного летнего проекта.